Всем привет! Вы на канале Вязаные истории, меня зовут Юлия. Сегодняшнее видео будет посвящено вот такой замечательной куколке. Это моя новенькая, я очень рада ее вам представить, долгожданная. И в сегодняшнем видео мы с вами начнем ее вязать. Это первая часть. Сейчас я расскажу вам подробнее про куколку, о некоторых моментах вязания. Также расскажу вам про материалы. И после мы приступим к вязанию уже первых деталей, свяжем ножки и ручки. Давайте начну с куколки. У нее идут вот такие два хвостика. Длину вы можете регулировать сами, я подскажу, как что делать. То есть, если вы не хотите, чтобы у нее были прям такие длинные объемные кудри, можно сделать меньше. Все это я вам покажу. Кудри эти пришиваются, но не переживайте. Я нашла легкий способ пришивания. Сама была очень довольна. Это быстро, несложно. И я еще ни разу не видела, чтобы кто-то так именно делал. Так что обязательно с вами этим поделюсь. У куколки пришивается основной паричок, пришивается челочка и пришиваются ушки. Все остальное у этой красавицы идет ввязанное. Все, как вы любите. Ножки, такие ботиночки на шнуровках, носочки. Под шортиками у нее есть трусики. Вот такая кофточка полосатая. Она идет вот так это выглядит. Я сейчас не буду снимать шортики. Уже потом в процессе вязания покажу, потому что они у меня получились прям плотненькие. Не хочу ее мучить, снимать через ножки. Про шортики. Они идут съемные и цельно вязанные. Опять же, то есть на шортиках нет пришивных деталей. Единственное, это пуговка. Вот эти лямочки я вывязывала в процессе. То есть вам нужно будет только спрятать хвостики, пришить пуговичку и по желанию вышить вот такую строчку. Ручки ввязываются, голова вывязывается из шеи. Вот такая получилась девочка. Рост не измеряла, но приблизительно она у меня 30 сантиметров. Если вы вяжете плотно, то получится такого размера. Если вы вяжете свободнее, она будет размером побольше. Поэтому, думаю, точность в сантиметрах здесь ни к чему, потому что у каждого плотность вязания своя. Так, по материалам. Я использовала глазки 10 мм на безопасном креплении. Выглядят они вот таким образом. Одна пара. Крючок я беру 2,25 кловер. Наполнитель, ножницы, игла с большим ушком. Вот такая одна пуговка. Всю куколку от тела до волос, одежды я вяжу из пряжи Yarnar Jeans. 50 грамм 160 метров. Основного цвета 0,7 мне достаточно для того, чтобы связать эту куклу, и еще остается моточек, которого примерно хватает на вторую голову. По цветам. Я вам в описании под видео распишу, какой номер цвета у розового, какой у бирюзового, у синего, у желтого для волос, потому что сейчас перечислять это будет все очень долго. Плюс вторую куклу я буду вязать в других цветах, поэтому, чтобы сэкономить время, ваше и мое, я напишу все в описании под видео. Там будет наглядно, все понятно и видно. На этом вроде бы я вам все рассказала. Если что-то будет в процессе вязания непонятно, пишите в комментариях. Я постараюсь подсказать, помочь, чем смогу. Приступаем к ручкам и ножкам. Приятного вязания! Начинаем вязать ножки. У нас здесь идет три цвета пряжи. Один основной для тела 0,7. Дальше темненький цвет для ботиночек и белый цвет для носочков. Также в ножки я вставляла стельку. Это по желанию, если хотите. Как бы можно и не вставлять, тогда они будут немножко выпуклые, круглые. Я беру вот такую пластиковую крышечку. Это от ватных палочек, от баночки. И из нее вырежу просто подходящий по размеру кружочек. Даже овал. Я вам потом покажу, как это выглядит. В общем, сейчас начинаем вязать снизу ботиночка темным цветом. Набираем 9 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Восьмая и девятая. Со второй петли от крючка начинаем провязывать столбики. Первый столбик в следующую петлю. Второй
следующую, третий. И так провязываем 7 столбиков без накида. Четвертый. Пятый. Шестой. И седьмой. В последнюю петлю провязываем 3 столбика. Первый, в эту же петлю второй и в эту же петлю третий. По второй стороне цепочки дальше вяжем 6 столбиков без накида. Первый, в следующую петлю второй, в следующую петлю третий. Четвертый, пятый, шестой и в последнюю петлю провязываем прибавку. Один столбик в эту же петлю, вторую. Это прибавка. Все, закончили вязать первый ряд. Я всегда ставлю на последний столбик нить контрастного цвета. Можно использовать маркер, но по мне нить удобнее. В этом первом ряду получилось 18 столбиков. Дальше вяжем второй ряд. Провязываем прибавку. Вяжем 6 столбиков без накида. По одному в каждый столбик. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Теперь подряд провязываем 3 прибавки. Вяжем первый столбик в эту же петлю, второй, первая прибавка. Дальше первый столбик, второй, это вторая прибавка, и первый столбик, второй, это третья прибавка. Вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и провязываем подряд 2 прибавки. Первая. Вторая. Закончили вязать второй ряд, получилось 24 столбика. Вяжем третий. Провязываем 1 столбик без накида. В следующую петлю прибавка. Дальше вяжем 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Провязываем 1 столбик без накида, прибавка 3 раза. Первый раз вяжем 1 столбик, в следующую петлю прибавку. Второй раз вяжем 1 столбик, в следующую петлю прибавку. И третий раз 1 столбик, прибавка. Дальше вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Теперь провязываем 1 столбик без накида, прибавка 2 раза. Первый столбик, прибавка и второй раз. Столбик, прибавка. Закончили вязать третий ряд. У нас получилось 30 столбиков. Вяжем четвертый. Провязываем 2 столбика без накида. Первый, в следующую петлю второй. Вяжем прибавку.
6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Дальше провязываем 2 столбика без накида. Прибавка. Так повторяем 3 раза. Первый столбик, второй и в следующую петлю прибавку. Второй раз вяжем. Первый столбик, второй, в следующую петлю прибавку. И третий раз. Первый столбик, второй, в следующую петлю прибавка. Провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Теперь вяжем 2 столбика без накида, прибавка 2 раза. Первый столбик, второй и прибавка. И второй раз также 1 столбик, 2 и прибавка. Закончили 4-й ряд. Получилось 36 столбиков. Это у нас идет подошва. Дальше уже будем вязать вверх ботиночка. Сейчас нужно приложить эту деталь к пластиковой крышке, если вы будете делать стельку, обвести ее и вырезать чуть меньшим диаметром, чем вот эта часть. Вот так. Деталь вырезали, теперь пока откладываем ее в сторону и возвращаемся к вязанию ботиночка. Сейчас мы будем с вами провязывать ряд поперечными столбиками. Как это вяжется? Смотрите, вводим крючок под следующую петлю с внутренней стороны на внешнюю. Подхватываем столбик вот таким образом. Захватываем нить, вытягиваем ее. На крючке у нас 2 петли и провязываем. Теперь крючок опять вводим в эту же петлю, из которой только что вытянули нить. Также обхватываем его. Получается, переходим к следующему. Вытягиваем нить и провязываем вместе. Снова в эту же петлю, из которой мы вытянули нить, вводим крючок, обхватываем столбик. 2 петли на крючке, провязываем. Вот еще раз покажу. Благодаря такому способу у нас с вами будет ровный, плотный край перехода от нижней части ботиночка к верхней. Получается подошва. Смотрите, как получается хорошо. Так провязываем весь ряд. У нас должно получиться 36 столбиков. Довязали ряд. Смотрите, что у нас получилось. Дальше уже вяжем обычные столбики, провязываем 6, 7 и 8 ряд по 36 столбиков без накида. Получается 3 ряда. Просто вяжем, как обычно, первый столбик, второй, третий, четвертый и так далее. Провязали. Теперь у нас получается 8 рядов, и в следующем ряду мы будем делать убавки на носочки. Нужно выровнять маркер. С помощью этой же нити я ищу середину, ориентируясь на начальный вот этот шовчик. Вот здесь будет у меня середина, поэтому маркер я переношу на 2 ряда
Ой, два столбика назад. Вот таким образом. Теперь вот этот столбик я уже считаю как первый. Давайте сделаем вот так. Все, выровняли серединку, нашли. Теперь дальше свяжем 9-й ряд. Провязываем 10 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Провязываем убавка, 2 столбика без накида. Так повторяем 4 раза. Убавка. Я вяжу ее за передние полупетли. 2 столбика без накида. Первый. Второй. Первый раз провязали. Дальше второй раз вяжем. Убавку. 2 столбика без накида. Первый. Второй. Третий раз. Убавка. 2 столбика. И четвертый раз. Убавка. 2 столбика. Довязываем до конца ряда оставшиеся 10 столбиков без накида. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой, восьмой, девятый и десятый. Получилось 32 столбика без накида. Следующий ряд 10. Вяжем 10 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Теперь провязываем 1 столбик без накида убавка, также 4 раза. Вяжем 1 столбик. Убавка. Второй раз. Столбик. Убавка. Третий раз. Столбик. Убавка. И четвертый раз. Столбик. Убавка. Довязываем до конца ряда оставшиеся 10 столбиков. Вяжем следующий ряд, 11. 10 столбиков без накида. Первый. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Теперь провязываем подряд 4 убавки. Первая. Вторая. Третья. И четвертая убавка. Дальше довязываем 10 столбиков без накида до конца ряда. Первый, второй, третий, четвертый. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый столбик мы вытягиваем нить, но до конца его не провязываем. Оставляем 2 петли на крючке. Нить протягиваем на внешнюю сторону, оставляем и не обрезаем ее. Она еще понадобится для обвязки. Сейчас берем нить цвета носочка. У меня носочки будут беленькие.
присоединяем, то есть довязываем 10 столбик уже белым цветом. Вяжем следующий ряд уже белым цветом. У нас идет 12. Вяжется он за заднюю стенку петли. Вот у нас разделяется столбик. Есть передняя стенка, есть задняя. Переднюю мы оставляем для того, чтобы обвязать потом верхнюю часть ботиночка. Вяжем за заднюю стеночку. 2 столбика без накида, убавка. 6 раз. Первый столбик провязали. Второй. И вяжем убавку. Убавку я вяжу таким образом. Вытягиваю сначала нить с одного столбика и со второго. Потом провязываем вместе. Снова вяжем первый столбик. Второй и убавку. Вот такую убавку я вяжу именно за задние полупетли. Все, довязываем так ряд и вставляем стельку. Можно сейчас ее вставить. Наполнитель я еще не добавляю, потому что мне иначе будет неудобно вязать на камеру. Если хотите, уже добавляйте понемножку наполнитель в носочек. Провязали. Следующий ряд, 13, уже вяжем за обе стенки петли. Провязываем 18 столбиков без накида. Третий, четвертый, 17 и 18 столбик. Вот такая у нас с вами уже получается деталь. Уже теперь точно добавляем наполнитель. Формируем хорошо переднюю часть ножки. Следующий ряд, 14, провязываем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Вяжем прибавку. Далее провязываем 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Снова вяжем прибавку и довязываем до конца ряда 4 столбика. Первый, второй, третий и четвертый. Закончили этот ряд. Следующий, 15, провязываем 20 столбиков без накида. Первый. Последний, 20 столбик в ряду мы не довязываем до конца. Также выводим нить белого цвета и присоединяем нить уже цвета тела. И следующий, 16 ряд, вяжем бежевым. 20 столбиков без накида за заднюю стенку петель. Первая, вторая, второй, третий столбик, четвертый, пятый и так далее до конца ряда. Провязали. Следующий ряд, 17. Провязываем 19 столбиков без накида, уже за обе стеночки петель. Первый, второй, третий, 19 и провязываем прибавку. Получился у нас 21 столбик. Дальше с 18 по 24, всего 7 рядов, провязываем по 21 столбик без накида. Провязали 7 рядов, теперь смотрим. В следующем ряду должны быть 3 убавки на коленочке, ровно посередине. Но вязание у меня заканчивается как раз посередине. Если я сделаю 3 убавки сейчас, то они окажутся сбоку ноги. Поэтому я переношу маркер на 4-й столбик назад. Получается вот сюда.
И этот ряд, который у нас был 24, у меня выходит недовязанным. Вот таким образом. Все, теперь начало ряда начинается отсюда. Если у вас идет не такое ровное расположение столбиков, точнее они смещаются в сторону, то посмотрите, может быть вам ничего переносить не придется, может быть вязание у вас и так будет заканчиваться на этой стороне. В общем, регулируйте. Три убавки должны быть ровно сзади ножки, под коленочкой. Пока что отмерили и оставляем эту верхнюю часть, перейдем к обвязке ботиночка. Первым делом надо обвязать белым цветом 20 столбиков без накида за оставленные передние полупетли. Это считаем как за первый столбик. И дальше вяжем второй, третий, четвертый и так по всей части белым цветом. Довязали, теперь соединительный столбик в первую петлю, воздушная петля, нить вытягиваем и обрезаем. Так, теперь с помощью крючка можно подхватить оставшийся хвостик и спрятать его внутри. Вот что получилось белым цветом. Наполняем, ну, примерно не совсем до верха, чтобы наполнитель не мешал вязать. И переходим к обвязке самого ботиночка. Так, вяжем синим цветом. Захватываем первую оставленную полую петлю, воздушную петлю. Ну, это получается, считаем первый столбик. Дальше вяжем следующий, второй столбик. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. В следующую провязываем прибавку. Воздушная петля, вязание разворачиваем и идем в обратную сторону. Провязываем 18 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Дальше вяжем за передние полупетли. Одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый столбик и вяжем прибавку. Первый, в эту же петлю второй. Воздушная петля. Вязание разворачиваем. Дальше вяжем 10 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Теперь мы обрезаем нить. И теперь мы просто вытягиваем нить.
без воздушной петли, без соединительного столбика. Сейчас покажу, как можно красиво завершить вязание. Перекладываем нить на эту сторону, на внешнюю. Отсчитываем. Вот у нас первый столбик идет, и вот второй. Вводим крючок, захватываем ниточку и протягиваем ее через второй столбик. Дальше на последнем столбике находим заднюю полупетлю, вводим крючок под нее, только под заднюю. Захватываем снова нашу нить и вытягиваем. Подтягиваем, и вот смотрите, что у нас с вами вышло. Красивое, ровное завершение. Ровное, насколько это возможно, без ступеньки. Все, теперь эту нить с помощью иглы можно дополнительно закрепить вот здесь внутри, чтобы не было видно, и спрятать. Показываю, вдруг кому-то это надо будет. Кто уже сам прекрасно умеет, можете просто перемотать видео немного вперед. В общем, с помощью иглы я отодвигаю эту часть верхнюю. Теперь делаю здесь узелок. Стягиваю его покрепче. И теперь между столбиками провожу иглу. Прям между, то есть с этой стороны их не видно. Все, хвостик спрятали, теперь его можно обрезать. Вот так у нас все красиво, аккуратно смотрится. Переходим к вязанию козырька. У нас здесь осталось 6 передних полупетель. Присоединяемся к первой. Воздушная петля. Я уже считаю это как за первый столбик. Дальше вяжем следующий. Второй столбик без накида. Сразу нити ввязываем. Третий. Четвертый, пятый и шестой. Воздушная петля. Вязание разворачиваем и в обратную сторону также провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой столбик. Воздушная петля, разворачиваемся. Теперь провязываем один столбик без накида. Дальше провязываем 4 полустолбика с накидом. Сделали накид. Провязываем первый полустолбик, накид. Второй полустолбик с накидом. Третий, четвертый и в последний столбик провязываем один столбик без накида. Воздушная петля, нить вытягиваем. Хвостик прячем с помощью иглы, продевая его между столбиков. Вот что получилось. Такая обвязка. Теперь нам остается сделать только шнуровку ботиночка. Я делаю это с помощью иглы. Можно, наверное, и с помощью крючка, но мне кажется, так немного удобнее. Продеваю и оставляю хвостик снизу.
Вот здесь я не подумала, какой-то легкий, удобный способ. Может быть, можно как-то и без снимания нити с иглы делать, но у меня пока так не получается. Так, продеваем на вторую сторону, также в уголочек, в самый уголок делаю, чтобы вот оно было на основании козырька. Теперь ввожу иглу в верхнюю часть, противоположную. И то же самое делаем со второй стороны. Вот так это выглядит. Теперь, если хотите, можно завязать на бантик, но я придумала такой способ в виде узелочков. То есть я просто делаю узел. И подвожу его к самому краю. Вот так. И подтягиваю. То же самое сделаю с второй стороны и потом примерно на расстоянии сантиметра делаю второй узелок. Таким же образом завязываю. Подтягиваю. И нить обрезаю. Вот так это смотрится. Сейчас, знаете, кеды такие делают белые с такой шнуровкой. Также по краям остаются. Все делаем также со второй стороны. И нижняя часть ножки у нас полностью готова. Переходим дальше к вязанию бежевой части. Вяжем 25 ряд. Подряд 3 убавки. Первая. Вторая. И третья. Вяжем 6 столбиков без накида. Первый столбик в следующую петлю. Второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Вяжем подряд 3 прибавки. Первая прибавка. Вторая и третья. И довязываем до конца ряда 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Получился 21 столбик без накида. Следующий ряд 26-й. Провязываем без прибавок, без убавок, просто 21 столбик без накида. Следующий ряд 27. Провязываем подряд 3 прибавки на тех же местах, где были у нас убавки. Первая прибавка. Вторая. Третья. Дальше вяжем 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой,
и седьмой. Провязываем подряд две убавки. Первая. Вторая. И довязываем до конца ряда 7 столбиков без накида. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. И седьмой. Получилось у нас сейчас 22 столбика в ряду. И вот такая форма ножки. Следующие 4 ряда с 28 по 31 провяжите по 22 столбика без накида. Провязали в 32 ряду. Провязываем 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Вяжем прибавку. Десять столбиков без накида. Первый, седьмой, девятый, десятый. Вяжем прибавку. И довязываем. Так, простите, фокус, кажется, сбился, я не заметила. Так, и довязываем до конца ряда 2 столбика без накида. Первый, второй. Дальше с 33 по 36, снова 4 ряда, вяжем по 24 столбика без накида. Провязали 4 ряда. Последний столбик не довязываем. Берем пряжу цвета трусиков. У меня это будет желтенький цвет. И довязываем столбик уже дополнительным цветом. Нить бежевую обрезаем. И теперь вяжем 2 ряда. Это получается 37 и 38 по 24 столбика без накида. Провязали. Обе ножки вяжутся у меня абсолютно одинаково, за исключением вот этого последнего ряда. Сейчас давайте представим, что это первая ножка, которую мы с вами связали. Складываем деталь пополам, и заканчиваться она должна вот на этом сгибе. Получается, на первой ножке я убираю 3 столбика, чтобы выровнять. Все, получилось, на первой ножке в 38 ряду я не довязываю 3 столбика. Провязываю соединительный столбик, воздушную петлю и нить обрезаю. На второй же ножке, которую вы свяжете после этой первой, мы довязываем ряд 38 до конца и плюсом еще довязываем дополнительные столбики, у меня их приблизительно 11, для того, чтобы вязание заканчивалось с другой стороны, также на сгибе. Получается, первая у нас заканчивается с этой стороны, вторая будет заканчиваться с этой. Здесь будет на 11 столбиков больше. Перед тем, как начнем вязать туловище, я вам еще раз расскажу и покажу наглядно уже на двух ногах, как это все выглядит. Вяжем также вторую ножку и переходим к вязанию ручек. Переходим к вязанию ручек. Делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо провязываем первый ряд 6 столбиков без накида. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. И шестой. Колечко затягиваем. Начинаем вязать второй ряд. Вяжем подряд 6 прибавок. В каждый столбик по 2 столбика без накида. Первая прибавка. Вторая.
Третье. Четвертое. Пятое и шестое. Следующий третий и четвертый ряд провязываем по 12 столбиков без накида. Провязали, получается вот такая деталь. В следующем пятом ряду есть отличия для левой и для правой ручки. Первую ручку мы вяжем так: 6 столбиков без накида, 4 полустолбика в одну петлю с одной общей вершиной и дальше довязываем 5 столбиков. На второй ручке мы вяжем по-другому. Вяжем вначале не 6 столбиков, а 3. Для того, чтобы ручки у нас переход все время был внутри. Так, вяжем первый на первой ручке пятый ряд. Провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. На второй ручке вяжем 3 столбика без накида вместо 6. Дальше делаем накид в следующую петлю. Вводим крючок, вытягиваем нить. И провязываем только 2 петли на крючке. Первый раз. Также накид. Второй раз. Вытягиваем, провязываем первые 2. Третий раз. Накид. В эту же петлю. Вытягиваем нить, провязываем первые 2 петли. И четвертый раз. Накид в эту же петлю. Вытянули нить, провязали первые 2 петли. На крючке осталось 5 петель, мы провязываем их вместе. Вот таким образом. То есть вот эта шишечка, она одинаково вяжется на двух руках. Что первая, что вторая. Дальше довязываем до конца ряда оставшиеся столбики. На первой ручке у нас получается еще 5 столбиков. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. На второй ручке получится 8 столбиков до конца ряда. Дальше уже все вяжется абсолютно одинаково для обеих ручек. Вяжем следующий ряд, шестой. Провязываем 2 столбика без накида, прибавка 4 раза. Первый столбик, второй и прибавка. Второй раз вяжем. Первый столбик, второй, прибавка. Третий раз. Первый столбик, второй, прибавка. И четвертый. Первый столбик, второй, прибавка. В седьмом ряду провязываем 16 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый. И так до конца ряда. Провязали. Восьмой ряд вяжем 2 столбика без накида, убавка 4 раза. Первый столбик. Второй и убавка. Вяжем так до конца ряда. Последнюю убавку мы вяжем таким образом.
захватываем петлю, вытягиваем и оставляем 2 петли на крючке. Все, сейчас будем менять нить с бежевого на белый. Сразу нить бежевого цвета обрезаем. Она больше не пригодится в этой детали. Довязываем столбик белым цветом. Дальше вяжем белым цветом за обе стенки петли. Провязываем 4 столбика без накида, убавка на 2. Это 9 ряд. Первый столбик. Второй. Третий. Четвертый. Провязываем убавку. И второй раз также. Первый столбик. Второй. Третий. Четвертый. И вяжем убавку. Вот такая у нас получилась деталь. Теперь добавляем наполнитель. И продолжаем вязать дальше. Следующий ряд, 10. Провязываем его за заднюю стенку петель. Переднюю мы оставляем для обвязки. Вяжем первый столбик. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. И десятый. Десятый столбик до конца не довязываем. Оставляем нить белого цвета. Не обрезаем. Мы будем чередовать сейчас полосочки делать. Присоединяем нить желтого цвета. И теперь вяжем каждые два ряда, меняя цвет. Следующий ряд. Одиннадцатый. Вяжем два столбика без накида, прибавка. Три раза. Первый столбик. Второй. И прибавка. Второй раз вяжем. Первый столбик. Второй. Прибавка. И третий раз. Первый столбик. Второй. Прибавка. И довязываем оставшийся один столбик без накида. Сейчас у нас получилось в ряду 13 столбиков. Следующий ряд, 12, провязываем 13 столбиков. Первый. Второй. Одиннадцатый. Двенадцатый. И 13 столбик до конца не довязываем. Меняем нить на белую. Теперь следующие 6 рядов. Это идет с 13 по 18. Чередуем 2 белых, 2 желтых, 2 белых. Всего 6 рядов по 13 столбиков без накида. И добавляйте наполнитель постепенно. Сильно я не наполняю. Получается, у меня вот здесь плотно набито, здесь средненько. После локоточка очень-очень мало наполнителя. Вот думаю, вам заметно, что его, он здесь есть, но совсем немного. Провязали. Следующий ряд, 19. Вяжем 2 столбика без накида, убавка 3 раза. Первый столбик. Второй. И убавка. Второй раз вяжем также. Первый столбик. Второй.
убавка. Третий раз. Первый столбик. Второй. Убавка. И один столбик. Получилось 10 столбиков. Следующий ряд 20. Вяжем наоборот. 2 столбика без накида, прибавка. И это идет локоточек. Он только не ярко выраженный, но все-таки он есть. Так, раз, два, прибавка. Три. Четыре. Прибавка. Пять. Шесть. Прибавка. Ну, получается, 3 раза 2 столбика прибавка и еще один столбик. Не довязываем, потому что меняем на белую. Все, наполняем низ, наполняем немного до локтя и дальше уже вяжем. Снова вяжем 6 рядов с 21 по 26, 4 дуя по 2 ряда. 2 белых, 2 желтых, 2 белых. Довязали. Вот такая деталь получилась. Всего на ручке 26 рядов. Провязываем соединительный столбик. Воздушную петлю. Нить вытягиваем. Длинную не нужно. Ручки ввязываются. И теперь нам остается только обвязать оставленные передние полупетли с помощью соединительных столбиков. Соединяемся к первой полупетле, воздушная петля, и дальше вяжем по кругу соединительные столбики. Можно попробовать столбики без накида, может быть, они будут лучше смотреться, но мне подходит такой вариант. Думаю, тоже нормально. Третий, четвертый, пятый. Шестой, седьмой, восьмой и девятый. Всего их 10 вместе с первым, где у нас была воздушная петля. Все, присоединяемся в первый столбик, также соединительный и воздушная петля. Нить вытягиваем, обрезаем. Теперь я завязываю узелок и оба хвостика прячу с помощью иглы. Вот что мы с вами связали. Вяжем вторую ручку и после перейдем во вторую часть, где будем вязать туловище и свяжем сразу же комбинезончик.